Есть для нас тот край, что сердцу дорог. Есть поселок Мстера Владимирской области Вездяковского района. Поселок известен не только художниками. И вот сегодня мы отправляемся снова в гости к талантливому поэту Андрею Зеленцову. На этот раз просто побывать и увидеть один день из его личной жизни. Мне приятны твои голоса, и уже от края и до края мне по нраву твоя девичья краса. И уже от края и до края мне по нраву твоя девичья краса. Есть тропинки, пройденные с детства, есть поля, цветущие луга, где любовь осталась по наследству. Сегодня в гостях у Андрея не только мы с вами, но и любимые дети Максим и Даша. Зима в этом году холодная, снежная, и по утрам у Андрея топятся две печки, на одной из которой можно готовить что-то вкусное, печь пирожки, погреть для гостей чайник. Ты там все разбиваешь? Да. Мне по нраву твоя девичья краса. Окей, не надо разбивать? И уже от края и до края мне по нраву твоя девичья краса. Ох, здесь можно готовить, да? Суп, чай. Картошку можно тушить, пироги делать. Их на ярмарках не сосчитать. И полей зеленые. Да что такое? Дубра. И рыжик тоже просит. Рыжик есть хочет. Моей душой попросим. Не и скоро час будет какой. Ах ты, Мстера, Мстера. А лук он соленый. А знаете что, Максим может такой кусок бросить? Мне показывал. Тяги пить, да? Печки. Надо выключить. Выключить надо. Нет. Там огонь. И надо крутить. А я даже не знала. Как интересно. Я никогда не готовила вот так вот. Скорее. Ой, как тепло. Как у нас готовят, да? Да, только жарко. Бежи вот сюда. Красивый купола. Я тоже живу. Давай ты меня попробуешь. Давай. Да, ну такого ты его раздавишь. Давай. Это подожди. Я тебя не села. Неприятно. Давай! Давайте отключим такую хрень! Вон ту и уже. Давайте ее включим! От края и до края! Брать, давайте поставим и будем крестики-нольки играть! Да, будем давай! Будем снимать, как мы крестики-нольки играем! Сюда? И вот! Все красивые! И мы всего вот этот милоса! Такой... Погладить бы их, да? Да. Мне сейчас я пенал еще возьму. О, какой. И какой так, красивый. Суп побудь с ребенками. Но... Мы все будем, скажи. Но нам все давай. Ой, надо. Как он хороший. Когда поиграть еще надо? Любаш, ты будешь суп такой? И я чай. И я тоже. С пирожком, чай с пирожком. Картошка. И картошку. Держи. Да, да, сейчас картошка будет готова. Ну, хорошо. Там ручку дам? А, я ходить? Да. А, мне надо нолик ставить, да?
Ну да, круто. Фломастером? Если что, вот здесь образец. Я вот такими хожу, а вы вот такими. А где мне ставить, сюда? Да любое место. Ну вот кружочек. Главное, чтобы вы выиграли. Гол, я! О, да. А что за игра тогда играть? О, давайте, ходите вы. А куда мне ходить? Да любое место. Давайте. Ну, лучше вот сюда пойти, потому что сюда поставлю. Если я вот так сюда поставлю... Так ты выиграешь тогда, значит, да? Да, надо вот сюда поставить. Ну, хорошо, сюда ставлю. Вот. А теперь загадка, куда вам надо да, поставить. Да, куда? Вот сюда. Сюда? Да, сюда ставь. А тогда я выиграю, да? Да. О! Ставьте сюда. Ставлю, вот. И что дальше? О, все. Я вам помогла. Вот, да, меня научили. Теперь а что такой за вкусненький супик? А что там на кружочек плавает какой-то? Это ёжики. Ёжики? Это фрикадельки. Фрикадельки. Первый будет пробовать на видеокамеру. Это фрикадельки. Давайте попробуем, как папа готовит. Вкусно или нет, скажи. Надо поломать. Горячий. Горячий. Подуть. Какой супчик интересный. Алис, что? Она-ка, ой. Майонез надо? Да. Майонез? Нет, не надо. А мы сейчас заснимем пока, как у нас папа готовит. Печки готовится. Ого. Картошка сейчас будет готова. Да, я вот так... это фига. Как быстренько. Фига себе, да? Готовит. Сейчас будет вкусная картошка, помидорчик, достанем, достанем. Аккуратнее, Максим. А то сгорим. Огурцы соленые будешь, Даша? Чего? Огурцы соленые будешь? Буду. Достать? Да. Иди суп тогда быстро ешь. Как супчик? Давай проверим. Так, Максим, давай ешь. Сейчас попробуем. Уже остыл? Нормальный, вкусный. Вкусный? Ешь. Это папа готовит сам, да? Да. Какой папа? Ищи, он умеет готовить. Что-то еще расскажи, что он еще готовит. Ну, что хочешь, скажи, да, Даша? Хочу. Сейчас он еще картошку варит. Как супчик? Попробуй. Мне сейчас помаду сейчас моет. Маша, ты давай нам картошку. Вкусный супчик? Лучше бы ты суп поела бы. Да. Да, давайте суп. А я мясо не кушаю. А почему? От мяса здоровыми будете. Да. Надо что, мясо кушать или не надо мясо кушать? Надо. Вот кто худенький, тому надо. А, худеньким надо, да? Да. Чтобы толстеньким было. Да, только в Ералаше. Там была девочка толстая. И там мальчик пришел к ней и сказал... Ну, и девочка сказала, давай с тобой дружить. А мальчик сказал, не, я не буду с тобой дружить, ты толстая. О, значит, мальчикам не нравятся толстые, да? Да, и потом она начала худеть, все заниматься. И потом, когда она зашла туда, такая она была красивая, а мальчик сказал, давай подружимся, она говорит, уже не надо. А, то есть она похудела, ей уже не надо этот мальчик, да? Да, он уже, потому что он ее обзывал. Она, скажет, другого найдет, да, красивого да. тоже? Да, тоже не толстого найдет. Толстого. А вот у папы спроси, какие ему нравятся. Какие тебе понравятся? Толстые? Самые обычные. Ну, если у тебя, ну, как ее зовут? Как ее зовут? Ее? Как? Как все зовут? Он так красиво сказал. Любаша. Вот. У него крестная Любаша. Запомнил, значит. Любаша. Ну вот, у тебя папа, худая Любаша. Папа, у тебя худая Любаша, значит, ты любишь худых. А не толстых. А древний вот. Вот. И что там вкусного? И сколько много? Компот, яйца. Не знаю, что там. Там. Пирожки. А это что такое? Так, это апельсин. Так, значит, там картошку давайте. Папа накрывает на стол, да? Да, накрывает. И холодильник у него поет. Блин. Потому что папа не 10 рук. У папы не 10 рук, чтобы холодильник закрыть. Он мигает, потому что его закрывать надо, да, папа? Да. Знаете, почему он мигает? Потому что там надо, ну, закрывать его. Это не шкаф. Который бесконечно можно открытым продержать.
Вот шкаф муж. Например, вот этот. И у папы там и таблетки, и стакан. Да, больше таблеток. И посуда еще. Да, то лицо не видать. Ну, ванну брать. Всем приятного аппетита. Огурчики. Они с огорода. Огород сочки, да. Мамка вкусненько. А и вот меня он, тоже покормят. А вот мама всегда покупные берет. А вот такие домашние обожают. Кто у нас самый голодный, кто быстрее съест? Я не знаю. Точно. Максим, давай кушай. Я не хочу. Давай, давай, доедай. Фу, это помада на огурце. Вкусненько, вкусненько. А кто нас сам проиграет? Вот, Максим к нам проиграет. Да. Кто нас быстрее выиграет, давайте. Ну, кто быстрее съест? Максим, давай скорее. Или папа. Кто быстрее? Я самый худенький, надо мне выиграть. Вам наоборот отстеть надо. Да. Как папа. Как вкусненько. Максим ест такой. Максим, папа и то быстрее ест, чем ты. А дома он что кушает? Что он больше любит кушать? А, сыр. Он крыса. Сыр любит? Да, сыр. А, я видела, сыр вчера ел. Он крыса. Сыр ест. Крыса. Крыса ест сыр. Молоко пьет. А ему картошки-то не наложил, папа? Вон у него суп. Сначала сказал, доедайте суп. Да, Максим, вот ты вы правду сказали. Сейчас а мы сейчас розыгрыш будем. Кто у нас так? Какой папа у нас подарок-то будет? Так, 100 рублей будет подарок. Ищем 100 давай, рублей. Доедай быстрее. Кто выиграет? Кто у нас быстрее съест, получит 100 рублей. Пойду за 100 рублей искать. Так, где у нас 100 рублей? Максим, давай скорее. Только чур. Ну... Ну, так, небось... у нас розыгрыш 100 рублей. 100 рублей. Кто ест быстрей? Еще картошку, папа, давай наливай. Не надо. Вот, 100 рублей она разыгрывается. Максим, давай скорее. Я не хочу. Только мы розыгрыш. Я тебе немножко налил. Да это много. Ну как это много? Немножко. Наверное, папа выиграет. Папа, у нас самый обжор, видать. А у меня так-то ничего. Ой, я не доем даже. Пап, накладывай картошку быстрее. Не надо. Как это? Еще картошку надо съесть. Немножко. Пап, есть картошка еще? Не надо. Как? Я не буду. Как это не надо? С огуречком сейчас, с помидорками. Вкусненько, я, видишь, картошечку ем. Наверное, Даша выиграет. Максим, давай слушай. А он даже не играет. Он не играет в конкурс никогда. А я? Все. Все. А картошечку, пап, давай накладывай. Давай мне поможешь картошечку, косточек. Видишь? Как-то нечестно. Почему? А я все равно проиграла. Даже не хочу больше есть. Папа, давай картошки накладывай. Вставай, поднимай. Нет. Нет. Посмотрим, может, Дениска будет картошку есть. Да какой Дениска? Ну. Какой Дениска? Ну, на Дениску похожий. А где у вас Дениска? Не знаю, какого-то мальчика из Ералаш. Он какой красивенький, да? А, я тоже помню, да. Так, покормить, давай. Майонезик может положить. Положи ему картошки, может, он картошки хочет. Там моя помада. А картошку будешь? А моя помада смылась. Картошечку будешь картошку, тебе? Давай. А смотри, твоя помада смылась. А у меня тоже, я вся черная, наверное. И бабьёшки буду играть. Будем бабьёшки. Папа, а метлу папу? Возьмем, носик нарисуем. А давайте папку Грэнни. Ну давай, а кто это? А как она поет? Расскажешь, или что она делает? Это папка Грэнни такая баба. Ешь, папа. Толстая. Так, о, папа, давай подушку мы засунем, и будем толстые. Давай. Это не для нас игра. Нет, для толстых. Так а мы сейчас засунем туда что-нибудь. У папы одеяло возьмем. Да-да-да. И вот так пойдем. А давайте под одеяло засунемся. Вот. Мы треконики там тут. Мячик еще есть. Мячику засунем. Папа, помнишь, как мы мячик туда засовывали под футболку?
Вот, давай накладываем это. А Максиму не надо. Максим, нет, бери огурчик, вон, помидорку бери, что хочешь. Максиму без мячика, где мой конвертик? А кому 100 рублей достанется? Папа сейчас будет разыгрывать. Папа, это кто больше? Помидорчик? Блин! Да походу, не знаю. Давай накладывай тоже картошку. Это да. Максимка картошку ест. Может, сейчас картошку быстрее всех съест. А у него уже есть картошка. А, она же снимаю. Да, вот. Забыла. Накладывай картошку ей. Они теперь на перегонки будут, кто картошку быстрее съест. Нет. Может, Максим? Ну, все равно. И мне 100 рублей достанет. Нет. Ты еще маленький для денежек. Он все равно не понимает. Нет, он понимает. Нет, он видишь, не понимает. Он эту деньгу может порвать. Да, Максим, ты так папу скажи. А потом надо, Бог, да? Знаете, как накажет, если мы деньгу порвем? Скажи мне, папа без денег купит, что там, да? Папа сам скажет, папа купит. Папа, скажи, если деньгу, вот бумажную, вот эту, например, 100 рублей, порвать Бог накажет очень нельзя, сильно. Конечно, деньги-то с трудом достаются. Да. Папа, кто нас выиграл-то? Конечно, не просто так. Да. Кто больше всех съел? Приз зрителя. У кого, кто держит 100 рублей, тот и выиграл. Вкусный, вот, на вот, накладывай ему. Кто у нас первое место занял, кто второй, скажи. Я первый, Максим второй. Ну, что-то так будет нечестно. Вкусненькая картошка? Всем деньги достанешь. Да. Скажи, лучше шоколадки, да? Вон шоколадка есть. Ну, сейчас, папа, давай шоколадки. И у нее шоколадка есть. Да. Как раз две шоколадки давайте хватит. Давайте передайте картошку, сейчас чай себе буду делать. Ну, у нас же тут четверо. Нет, один, два, три, четыре. И рыжик пятый. Точно, рыжик этот забыли покормить. Какие у вас сережки. Да, огромные. Огромные, а у меня вот какие. А, у тебя маленькие. А у тебя какие они? Понятно. А у меня серебряные. Ну, золото ко мне не подходит. Да. У меня здесь был этот. Ну, такие штуки. Ну, короче. Не теряешь их? Нет. Они здесь. Вот еще их не надо расстегивать, тогда их не надо 100 раз расстегивать, они никогда не будут сами расстегивать. Я их вообще. Я вообще делал вид, что у меня их нет. Даже еще до 2 месяца, да? Теперь папа Андрей занимается с детьми. С Максимом играют в машинки. А с Дашей домашним заданием. Да, мне на коньки. Потому что это полицейская. Потому что видишь тут? Да, полицейский. Он тут значок стоит. Джек полицейский, да? Еще эти. Еще на помощь. На крышу даже уместились. И даже надеть машинку под подбавить. Раз. Вот. Как Гурий послушал. А как ты знал? Помнишь, я рассказывал? Я буду рассказывать по Новому году. Давай. Давай, сказывай. Сегодня праздник. Новый год. Все успеете с ручами. И даже елочка нас перекают. Огнями. На ней красивая звезда, одета на макушке. А на ветвях ее висят блестящие игрушки. Правильно. Кто этот стих написал? Папа. Угу. Ну, давай, дашь играть? Какие-нибудь еще знаешь стишки? Знаю. Давай, рассказывай. В садик, может быть, на Новый год учили? В садике мы на Новый год учили. Давай, рассказывай. Как он там называется? О, все, вспомнил. Дед Мороз прислал нам елку, огоньки на ней зажег, и блестят на ней иголки, а на веточках снежок. Здорово. Хороший стих, я такой не слышал. Тут семечки, а да? Так что еще там? Да. Пироги есть. Вот, смотри, вот здесь семечки. Хвастаешься, да, пятерками? Да. Угу. Какой у тебя самый любимый урок-то? Технология. Мы там что-нибудь делаем. Из цветной бумаги, из картона. Сейчас еще раз краски покажу. Только
только если я их взяла еще. А еще журнал взяла, там где там таколог. Вот. А где помада? Мы же договорились открыть ее. Ты что-то заклеена. Вот, новый, потому что. Даш, вы кушали с утра что? Кушали бутерброды. А Максим говорит, ой, вот. Максим, как ты говоришь бутерброд? Бутерброд. Бутерброд. Ой, водик. Ну как тут открывать-то? Никак. Лаша, будешь сниматься, Даша? Да. Ну, сразу что соглашается. Один актер есть, второй тоже. А мы песни споем под гитару еще. Будем петь? Будем. Макс, красавцы ее кусают. Вау! Ну, смешненько пахнет, на. Нет, Маша, я пойду. Эй, ты, тебя нюхай. Только не кушать, А он один раз мыло откусил. Мыло! Во, какая! Давай, посмотри, пока покрасься. Во, какая огромная! Расклонникай. Ну, расскажи, как у них стих. Ты столько стихов даже знаешь. Я полно. Давай, расскажи. Я даже чтение с собой взяла там. А, ты вся в папу, наверное, да? У Каморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе дом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песни заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невидимых зверей. Там лес, идол, видений полный. Там о заре придвинут волны. На берег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных, и с чередой выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурые волки верно служат. Там ступа с бабой-ягой, идет-бредет сама собой, там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, своим мне сказки говорил. Одну я помню сказку эту, поведаю теперь я свету. Стихи тоже пишешь, что ли? А можно машинки, да? И маме записки тоже. Даша, оставь. Если она меня ругает, я ей сразу записки пишу. А мне надо учить? Смотрите, чего. Вот. Стоп, куда я перелистала? Вот я вот этот знаю, вот этот. Еще так. Сейчас, подождите. Что мне надо выучить-то? О! Рассказ. Живая шляпа. Живая шляпа – это переносное значение, потому что живая шляпа не может быть. А там только... Так, где тут надо было? Смеяться. Вот что мне надо было выучить. Вот это и вот это. Что, я кукушка сумку купила капюшон. Ну, мне не вот это надо, мне надо вот это и вот это. Даш, чего тебе надо? Достань мою машинку. Держи. И держи. Деловая, вот это вот куда? Деловая. У нас суровая кита. Во. Музыка. А что это округ мир? Это что значит? Это окружающий мир. О. И технология моя любимая. Здесь мама писала, ну, расписание. Так, вот, пятерка. Их точно пятерки, одни пятерки. Самая лучшая ученица, да? Во! Точно, видим. Молодец. А еще, вот. Мы сейчас учим уроки с Дашей, скороговорки. Сейчас Даша прочтет там скороговорку. Саша шустро сушит сушки. Саша высушил штук 6. И смешно спешат старушки сушек Сашиных поесть. Саша шустро сушит сушки. Саша высушил штук 6. И смешно спешат старушки сушек Сашиных поесть. Ну, как быстро. Молодец. Быстро учит, хорошая память у детей. А еще какую вам надо вот это учить? Что сделали? Ну, там алфавит месяца. Надо было и месяца. Давай. Я по 3 раза все. Ну, давай я по 1 разочку еще алфавит и месяца. Сначала месяца давай. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Молодец, давай алфавит.
А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, и краткое К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, С, Ч, Ш, Щ, твердый знак И, мягкий знак Э, Ю, Я. Ты талантливая девочка, вот заниматься вообще. Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель. И матросы 3 недели карамель на мели ели. А теперь это быстро-быстро читай. Я могу быстро. Вот. Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель. И матросы 3 недели карамель на мели ели. Сейчас мы будем танцевать под авторские песни папы Андрея Зеленцова. Андрей пишет не только стихи, но и песни. Поет группа «Фиксаж» Александр Буряков. Папа, Новый год, сегодня праздник, Новый год, все светится лучами, и даже елочка у нас сверкает вся огнями, на ней красивая звезда, где-то на макушке. На ветвях ее висят блестящие игрушки. И под желтой луной я парю в тиши ночной, белым ангелом с небес тебе одной. Своим чувством
весь во власти твоей красоты. Ой, какой тяжеленький. Я готов побежать на красоту. На камеру. Если только поверишь мне ты. Я готов побежать на крысы это, если только поверишь мне ты. Тяжелый. Я, конечно, кажусь лишь наивным, но любовь моя ярче звезды, той звезды, чей рассвет незабвенно в нашей встрече подаришь мне ты. Той звезды, чей так свет незабвенно в нашей встрече подаришь мне ты. Все, хорошо поснимала? Для нас тот край, что сердцу дорог. Есть любимый сердцу уголок. Есть моя земля, есть мой поселок, милый дом, что сердцу близок и далек.